твои лапки. Мы с мамой заказывали кое-что. Мы с мамой заказывали перчатки на ручке. Я хочу с перчатками, но они не пришли. Это мне? Это мне. И ты можешь посмотреть. А что, посветлее не было? Кого? Вот этого. Посветлее не было? Тут самое главное, вот. Смотри, что написано. Это написано, я знаю. И что там написано? Из кого? Прочитай. Не прочитай. Значит, не знаешь. Значит, то, что там написано, я знаю. Что написано? Что написано, я не хочу еще. Почему? Мне интересно, потом прочитаю в следующем видео. Но так можешь померить даже на себя. А у меня велико будет. А ты помери, ты же любишь мои мерить вещи? Нет. Тут надо на футболку надел на меня зеленую шею и стала привидением, я помню. Ага. И что? Я стала зеленым привидением. Зачем? Я не хочу. Так. Как вам вот такое? Это мне? Да мне это. Это а мне черепушечка. Черепушка. Это как череп, это глазики, это зубики. Как тебе? Смотри, подушка такого же, только маленький. Только маленький? Это значит, ты меня видишь, как у Архипа. А это кто? Такой. Папа, а мне вещичка будет? Светлая. Ты хотела? Да. А вот. Тебе. Гарри Поттер. Гарри Поттер? Я тоже Гарри Поттера хочу. Это не Гарри Поттер. А кто это? Это дядька. Какой дядька? Написано тут дядька. Дядька Икса. Да? Да. Ну тебе понравилось хоть? Да. Распаковочка. Хотите, я скажу, какой дядька Икса? Какой? Это тот самый дядька, который говорит: остановись на секундку, нам нужно поговорить. Остановись на секундочку, нам нужно поговорить. Да. А если ты ему посмотришь в глаза, ты сразу закаменеешь. Посмотри мне в глаза. Нет, он такого не говорит. Не говорит? Нет. Он хочет, чтобы все закаменели. Ты тоже хочешь, чтобы я закаменел? Нет. Остановись на секундочку. Нам нужно поговорить. Так он говорит? Да. Ну, хорошо. Какая тебе из них больше всего понравилась? С его. С капюшоном? С его. С тигром? С тигром. Вот это синенькая. Синенькая? Да. А с черепом мне понравилось? Вот он мне что-то принес. Да, а? Хорошее настроение. И фразу: остановись, нам надо с тобой очень серьезно о чем-то поговорить. Нет, нам надо поговорить. Нам надо поговорить. Нет, он говорит: чувак, остановись на секундку, нам нужно поговорить. Прям так и говорит.